Концерт домино в трех частях. Thank you.
ученицей. И поэтому сегодня в концерте прозвучат три пьесы из цикла памяти Лермонтова для чтеца и фортепиано. «Колыбельная», «Сон», 1841 год. Художественное слово Андрей Гетман, фортепиано Татьяна Смирнова. Thank you.
небесной звездой, желаниями безбрежными, как вечность, они так часто спорили с душой и отравили лучших дней беспечность. Они летали над его головой, как царская корона, но без власти венец казался временем, и страсти впервые пробудясь живым огнем, прожгли алтарь свой, не найдя кругом достойной жертвы, и в пустыне света на дружный зов не встретил он ответа. Thank you.
слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночь и день, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий овоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков. Люблю отчизну я, но странною любовью.
возможности каждый день за этим инструментом, выдающимся инструментом гениальным, проводить хотя бы несколько часов. Вряд ли это удается кому бы то ни было. Это удается только тем, кто занят только этой профессией. Татьяна Георгиевна, закончив консерваторию, выдающаяся пианистка Якова Зака, вышли две книги к столетию консерватории. Огромный альбом, это когда еще помощники, да? Столетие консерватории, а затем 140-летие консерватории. В прошлом году, вышла книга, такой же альбом, двухтомник, огромный, 140-летие Московской консерватории. Вот и в том, и в другом альбоме, в всяком случае, во втором, это точно уж. Есть фотография, класс Якова Зака, где стоит Татьяна Георгиевна вместе с другими пианистами, кто у него учился в классе с группой студентов. И Татьяне Георгиевне это было, наверное, лет 20, не больше. Я это говорю не для того, чтобы вы вычислили, сколько сейчас Татьяне Георгиевне лет. Вот, а для того, чтобы сказать вам, что жизнь Татьяны Георгиевны творческая сложилась вот из нескольких ипостасей, потрясающих совершенно, деятельность как пианистки, просветительницы, деятельность как композитора, очень активного композитора, деятельность как просветителя. 40 лет Татьяна Георгиевна проводила вот в этом зале и в других залах Москвы, и не только Москвы, поскольку есть существуют записи этих вечеров, о которых знают и в других городах, а может быть и странах, клуб музыки. Вначале это был клуб «Юные ленинцы», это для детей. Затем этот клуб постепенно переживал всякие преобразования, затем клуб назывался «Сезон Смирнова». И в конечном итоге Татьяна Георгиевна, как истинный профессионал, композитор и пианист, создала свою и издала свою школу игры на фортепиано. Помните, всех детей учили по школе Николаева, выдающейся школы Николаева игры на фортепиано. Она и сейчас осталась как непревзойденный, в общем-то, труд нашей отечественной. Так вот, Татьяна Георгиевна рискнула и создала свою книгу обучения игры на фортепиано. Конечно же, осовременив ее, эту книгу, этот альбом, эти ноты, уже новыми сочинениями, новым взглядом на музыку, новым взглядом на методы обучения детей. Я хочу вам сказать, что Союз композиторов Москвы, членом которого является Татьяна Георгиевна, Союз композиторов учредил 2 года назад в честь 30-летия фестиваля «Московская осень», учредил золотую медаль Союза московских композиторов за содружество, за вклад и пропаганду современной музыки. И этой медалью Союз композиторов, правление Союза композиторов награждает выдающихся деятелей музыкальной культуры, дирижеров крупных, тех, которые пропагандируют современную музыку, исполнителей солистов, крупных композиторов и, как правило, и так это должно быть, тех композиторов, выдающихся композиторов, которые достигли выдающихся успехов в определенной круглой дате. И я хочу от имени правления Союза композиторов Москвы Татьяне Георгиевне вручить вот этот памятный знак, на котором написано «Смирновой Татьяне Георгиевне в год юбилея 30-го, 3-го, 10-го». И здесь это вот золотая медаль, на которой все написано, о чем я сегодня сказал. Танечка,
знак признания от своих коллег, композиторов и музыковедов творческой организации. Все. Смирнова Татьяна Георгиевна, житель блокадного Ленинграда, член Московской общественной организации ветеранов жителей блокадного Ленинграда с 1994 года. В честь 20-летия организации, за активное участие в общественной деятельности организации, за заботу и чуткость в решении социальных вопросов блокадников, за внимание и достойный пример в патриотическом воспитании молодежи. Большое вам спасибо! Председатель Совета Московской организации Остафьев Олег Атриканович. Мы вас поздравляем и награждаем вас. Еще и жителям Северного округа, Совет Северного округа нашей организации, председателем которой являюсь я. Вам поздравления в честь юбилея. Совет блокадников Северного административного округа от всей души поздравляет вас с юбилеем. Все дни рождения – это праздник, и мы с удовольствием и радостью сердечно поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Пусть у вас счастье вам, здоровья, оптимизма, и пусть каждый день несет в ваш дом добро, а вам во всем успех, благополучие, тепло и свет. И здесь еще много теплых слов. И вот наш памятный стела Ленинград. Здесь посмотрите, поскольку в 2009 году было 65 лет полного освобождения блокады Ленинграда. Спасибо, здравствуйте. Поддержана, и всячески как-то мне было легко, когда
какие-то мысли на добрые чувства и добрые дела, действительно, то, что в другой раз, может быть, человек бы не сделал, а он знает, что он вынужден и обязан сделать для своего народа то, что он может сделать. И вот таковы блокадники. Я хочу сказать, что, добрые друзья, чтобы было здоровье, здоровье, как говорится, и вот это стремление сделать доброе людям. Могущество было дано, я бы небо такое не зринул давно и воздвиг бы другое, разумное небо, чтобы только достойных любило оно. Откуда мы пришли, куда свой путь вершим, в чем нашей жизни смысл, он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел, в прах. А где, скажите, дым? Thank you.
Пой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хаям. Тихо розы бегут по полям, сердцу снится страна другая. Я спою тебе сам, дорогая, то, что сроду не пел Хаям. Тихо розы бегут по полям. Thank you.
дойдешь до пустыни, воздух прозрачный и синий, шепот ли, шорох или шелест, нежность, как песни сади, вмиг отразится во взгляде месяца желтая прелесть, нежность, как песни сади. Голос раздастся Белли, тихий, как флейта Гасана, в крепких объятиях стана нет ни тревог, ни потери. Только лишь флейта Гасана, вот он удел желанный всех, кто в пути устали, вечер благоуханный пью я сухими устами. Ветер благоуханный. Thank you.
такие двери, где обсыпан розами порог. Там живет задумчивая Перри. В Хорасане есть такие двери, но открыть те двери я не мог. Персия, тебя ли покидаю? Навсегда с тобою расстаюсь. Из любви к родимому мне краю мне пора обратно ехать в Русь. До свидания, Перри. До свидания. Yeah.